Политактивист, я таджик и самбист. Был подписан на рип, клеил чит, делал без. Обычный тип стал демоном и чуть ли не декабристом. За испуг до 5 лет почти как за убийство. Сегодня обозреваем кальянку на Красном Вороте. Кальяны в сети. Все, подключаем диджей Клера и... Когда планеты, знаете, кто-то? На кальяны. А как подключить-то тебя? Или ты не хочешь? Меня? Да. Нету? Да, блядь. А что, у тебя не работает кнопка или что? А вот. Алло. Так, дайте-ка трубочку. Теперь только один там. Это просто затяжка. Ну что, обозреваем кальяну. Все в отгляду. Короче, курим сегодня ромовую бабу и бельгийские вафли. На вот таком аппарате. Это я, кальян, как будто. Я чаша. Опа. Так. Какое движение происходит? Только упал? Немножко угля. Дымит, заебись. На вкус заебись. Атмосфера заебись. А вот молочного коктейля нет. Минус. Слушайте все кальяны. Кальяны в сети. Да, слушайте планеты. Серьезное дерьмо. Это плохой пацан. Пора передавать трубку. Дайте уже похолм. А, я не курил. Ну давай, обозревай колено, чувак. Я не забыл про куртку. Ноздря работает. Кальян вкусный. Свистеть начинает. На вкус как вы. Скоро. Ну да, цепь. Почему релиз запрещен в Казахстане? На. А, так. Все, кто из Казахстана, скоро будет доступно. Скоро все будет доступно. Мерч будет, все будет попозже, пацаны. Слушайте пока релиз. Кайфуйте, делай репост, там лайк, комментарий поставьте.
челы, вот те, кто пишет, что там какого-то трека со сниппета нет, что-то вам не нравится, вы реально ебанулись, пройдет время, может быть, вы что-то поймете. Послушайте еще раз там, может. Может быть, станет вам понятнее. Я вообще вот настолько преуспел, что могу курить через бровь. Не вот эти ваши тёлки, тусы, мне... Я настолько уже преуспевший. Вот у меня, блядь. Видели их такое когда-нибудь? Кто-то подсматривает. Ты снимаешь на камеру, что ли? Даша снимает на камеру зачем-то. И еще одна камера. Тут камера, раз камера, твоя вторая камера. Хочешь, это звездная жизнь? Так, не уст... короче, ребята, там звук жесткий на релизе. Вам нужно, наверное, время, чтобы адаптироваться. Я как бы из будущего, если что. А вы в настоящем сейчас. Нужен небольшой курс. Когда я дропнул тот релиз, то же самое писали сначала. А сейчас до сих пор его слушают. Если хочется больше разъеба, включи трек «Дыра», блядь. Если тебе прям вот разъебаться башкой об стену охота. Концерты чуть позже. Наверное, все будет. Да не всем, вон там были ребята, которые пишут комментарии, что там что-то кому-то не так. Послушайте еще разочек. И вот так вот, просто прокайфуйте. Чувствуй момент вот этот. Там есть и песни, если вот заплакать вам захотелось, тоже можете, там есть песни такие. Да, под капельки можете порыдать. Что ты хочешь? Из русских продюсеров был Неёмбыч и Маленький Ярче. Вот эти два пацана были из русских. А, еще один трек With Again Peace. Сигарилла твоя отличная, бро. Дочитаю я, может, не увидел, что ты. Да мне похуй на образ, у меня нет образа. Вот какой есть, такой, блядь, принимайте меня. Вот, блядь. Зачем мне образ нужен? Вот те треки, которые не вышли, они реально слабее. Доверьтесь. Позови Дашу, скажи ей от фаната плохого парня привет. Так, короче, братва, слушайте релиз, репостите всю вот эту вот тему. Всех с планетами. Всем пока. Буриме, отправляйся.